Золотое перо Белой Руси 2017. Районный этап 5-го республиканского конкурса творчих работ молоди зараз проходит во всех регионах краины. Сегодня у Гомеля прошла пресс-конференция с керавництвом громадского объединения Белая Русь, по инициативе якого реализуется творчий проект. Паспаборничать за золотое перо может каждый, кому уже исполнилось 12 годов, але еще нема 30. Для этого треба выбрать одну из 4 номинаций и подрихтовать отповедную творчую работу. Это может быть доследшее эссе с особистыми уражениями и думками о проблемах и тенденциях развития сучасных СМИ. Фотоаматорам пропонуется поудельничать у номинации «Семейный альбом», а работы юных операторов чакая номинация «Твой погляд». Подлетки во возрасте от 12 до 17 годов могут дослать друкованные материалы об культурной, исторической и духовной спадщине Беларуси. Районный этап завершится у красовику, а пераможца республиканского назовут у липени. Мы больше обращаем внимание на рассуждение. В рассуждении всегда есть аналитика, к чему-то приходит. Вот мы больше отдаем предпочтение такого рода работам на индивидуальность. Пусть, может быть, даже она не совсем с точки зрения писательства или журналистики там уже такая уникальная, но мы всегда в состоянии этих людей позвать, и с ними могут поработать профессионалы, потому что их, по крайней мере, видно, что они думают сами. Подробную информацию об умовах удела у конкурсе можно найти на сайте республиканского громадского объединения «Белая Русь».